Здравствуйте. Это запись нашего стрима, на котором мы встретили мышку-сосиску в лесу. Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня стрим волнительный. Я боюсь, потому что сегодня мы встретим мышку-сосиску. Вот. Я, конечно, вам этого не гарантирую. Так, ждем зрителей. 5. Привет всем 5 зрителям. Так, уже 9. Так, 5. Сейчас. Что-то прогружается медленно. Ну ладно, неважно. Привет всем, короче. Так, там люди какие-то идут. Вроде пока никаких признаков нет. Но мне говорили, что здесь водятся мышки-сосиски. Я думаю, что те люди мне не врали, потому что я тем людям реально доверяю. Это хорошие, добрые и честные люди. Прикалываться надо мной они бы не стали точно. Так что давайте сейчас пройдем чуть вперед. Стоп. Что это? Может быть, где-то вертолет летит или самолет? Нет. Что это такое? А! Блин, эти звуки усиливаются, мне что-то как-то страшно. В смысле, это что? Так, так, ребят. Мышка, блин, надо спрятаться. Звуки идут оттуда, так что прятаться мы будем здесь. Пожелайте мне удачи. Так, погода хорошая. Да, погода хорошая, согласен, но вот эта атмосфера неблагоприятная. Блин. Тихо, мне кажется, я вижу сейчас. Тихо, тихо. За эту елочку сейчас. Тихо, тихо. Тихо. Она там ползает. Уползай. Так, сейчас я вам ее покажу. Блин, мышка. Подожди, давайте к ней потихонечку приближаться. Первая мышка-сосиска в моей жизни. Наконец-то я тебя встретил. Такая красивая, да? Да, да, да. Офигеть, да, да, согласен с людьми сейчас. Мышка-сосиска. Видите, какой я смелый, не боюсь даже мышки-сосиски в натуральную величину. На стриме мышка-сосиска, что это вообще такое? И, ну, согласитесь, это же шок-контент, такого раньше не было. А! Стоп, она что-то приближается. Это, блин, это вообще нормально, что она приближается? Блин. Телепортация! Мышка-сосиска! 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 А, она за мной! Нет! Блин, она не такая добрая, как я думаю. Блин. Она позади. Я упал. Ребят. Это был уникальный стрим. Но мне пора его заканчивать. Потому что... Потому что мышка-сосиска приближается.